Сегодня в детской школе искусств номер 4 звучит грустная музыка в память о погибших артистах ансамбля имени Александрова. Сегодня исполняется ровно 40 дней со дня трагедии над Черным морем. Напомню, 25 декабря разбился авиалайнер Ту-154, который направлялся в Сирию. Почти две трети его пассажиров были артистами прославленного на весь мир ансамбля. И сегодня в Самарской школе искусств подготовили концерт с символичным названием «Вечно звучащая песня». На сцену выходят педагоги и лучшие ученики школы. Отдельную композицию посвятят руководителю ансамбля. Однако начали концерт с минуты молчания. Это не только трагедия в мире музыки. Этот ансамбль был достоянием всей страны. Он был визитной карточкой нашей страны. Ведь его знали, любили, принимали не только в России с радостью, но и во всех странах мира.